Всем привет, дорогие друзья, с вами Фай, 22 августа, и давайте сегодня обсудим немножечко предстоящий компендиум. Сразу скажу, это будут сугубо мои мысли, официальной информации у нас почти что вообще никакой нету, только небольшая зацепка, если ее так можно назвать. Перед этим не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и про Телеграм не забывайте, сейчас все разберем. Касательно зацепки, сразу скажу, это у нас просто обновление стейджинг-сервера, которое случилось 3 дня назад, помимо этого, прошедшие 2 дня он также активно обновлялся. Вдруг вы новичок или не шарите, стейджинг-сервер — это сервер, который обновляется за пару дней до, ну, обычно за неделю-две, бывает чуть пораньше, перед обновами. Более того, очевидно, что это именно компендиум, потому что, ну, компендиум, точнее, International у нас стартует 4 сентября, сейчас уже 22, то есть до него остается 13 дней. К слову, в прошлом году, опять же, компендиум вышел за 14, по-моему, дней до НТА, но там хотя бы Valve хоть как-то обозначивали, анонсили, что вот будет способ пополнять призовой фонд. Вот у нас в конце сентября компендиум, сейчас же вообще абсолютная тишина и официальных новостей действительно ноль. Я в принципе думаю, что сегодня первая такая более действительная дата для его выхода, если же нет, то у нас остается только по сути следующая неделя. Всю сопутствующую информацию о том, что-то там заливаю, что-то уже появилось, буду очевидно постить свой телеграм-канал, так что обязательно туда подпишитесь, чтобы ничего не пропустить и быть в курсе обо всем сразу, как только происходит. В целом, касательно именно компендиума, надежд особо никаких не пытаю, потому что, ну, прошлый был не очень. Фактически, из наград, которые там были ощутимы, это Aegis, на который мало кто донит. Помимо этого, стиль интерфейса на 75 уровне, загрузочные экраны, не знаю, кому они нужны, и наклейки, которые, ну, вообще абсолютно в доче и неуместны. Я думаю, даже они будут похуже, наверное, чем загрузочные экраны. Хотел бы верить, что с компендиум загрузят хотя бы нового героя, потому что с момента его анонса, напомню, прошло уже 10 месяцев, по рингмастеру никакой инфы все еще нету. Ну и хотелось бы также, чтобы открыли дату 4 акта, потому что он все еще написан закрыто. Сомневаюсь, что он выйдет прямо вместе с компендиумом, это будет слишком жирно для Valve. Но на деле, конечно, ситуация пока что действительно грустная. На этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.